Всем привет, любители кастома. Ваши комментарии очень душевные, всегда интересные вопросы задаете, где что найти. Интересуйтесь всегда, ребят. Это очень сильно мотивирует для того, чтобы найти что-то новое для вас, какую-то новую информацию. Вот сегодня в данном видео будет Subaru Impreza VRX STI. Вот. Будет она делаться в стиле Спайдермена. Какого цвета, пока я еще не знаю, но вы это обязательно увидите в конце видео. Ну что, начнем. Ну что, мы, скажем так, рассверлили ее. Здесь одна заклепочка была всего лишь. Машинка, кстати, старенькая. Видите, она даже проржавела немножко. Ее нужно будет мне потом почистить. В принципе, эту ржавчину можно и водой смыть, щеткой. Я обычно использую для снятия обычной зубной щеткой. Вот. Так, здесь такие всякие ржавчинки появились. Немного затемненное стекло. Я немножечко его немного обработаю для его, скажем так, блеска. Ну и сама модель. Значит, я предварительно закрыл отверстие. Здесь было отверстие такое сделано, типа защелки. Вот я его срезал. Это обычным цеповым просто выровнял. Скажем так. Выровнял, закрыл отверстие. Ну что, приступим к снятию лака. При работе с уничтожителем, скажем, для снятия лакокрасочных покрытий. Вот, всегда одевайте перчатки, потому что он очень едкий. Ну вот, мы завершили снятие лакового покрытия краски. Вот так она выглядит в металле. Сейчас я ее обработаю бежиркой, чтобы снять следы уничтожителя по лакопокрасочным покрытиям. И потом дам просохнуть и продолжу дальше уже наносить, скажем, краску. Грунт, краска. Попробую сегодня еще добавить немножко серого цвета в краску и посмотреть, как это будет выглядеть в реале. То есть получается грунт, серая подложечка будет с небольшими блесками и сверху будет покрыта основной краской. Ну что, приступаем. Данную Subaru. Ну, сейчас узнаю. А так пишите в комментариях, какой вы видите на данный цвет.
все, подождем, когда высохнет. Так, ну а сейчас мы нанесем переводки в стиле Спайдермена, чтобы по центру было по крыше. Я стараюсь оцентровать и уже нанести. Берлем, берем обычную, скажем так, ватку. Намачиваем ее. И все, смачиваем. Воду можно не жалеть, в принципе. Местами аккуратно подравниваем. Вот такая у нас крыша получилась. Ну а дальше я весь полностью процесс начну. А пока вы смотрите, не забываем подписываться на канал, ставим лайки, пишем комментарии, что-то можете посоветовать. Всегда буду рад с вами пообщаться о любом теме. Так, ну что у нас это получилось уже после полной проклейки. Очень даже, кстати, хорошо.
Также не забываем подписываться на телеграм-канал Upwheels, Mahunters, Автоход. Все ссылочки я оставлю внизу в описании. Также подписываемся на канал Upwheels, который делает интересные блоги про машинки Hot Wheels. Также у них бывают сходки в Белоруссии. Вот. А Mahunters, также оставлю ссылочку и в описании на ее канал. Она проводит сходки в самом городе Москве. Вот, не забываю к ней подписаться, потому что вы там можете меня тоже часто встретить и написать какие-то вас интересующие вопросы. Ну а мы поедем дальше. Так, а пока высыхает у нас лак, я сделал небольшие надрезики. Глушитель я сделал. Подготовил колеса. Вот в таком зелено-красном стиле. Вот. Ну, а сейчас вы увидите итог. Не пропускаем.